Добрый день, ребята. Сегодня времени побольше, можно представиться хоть нормально. Меня зовут Алексей, мне 35 лет. Когда-то я увлекся саморазвитием, очень плотненько так начал. О, отлично, спасибо. Изучал различные виды йоги, являюсь инструктором по одному из них. Различные практики самоисцеления, омоложения. Вот. В прошлом году поступил в магистратуру на педагогический, оставил работу в нефтяной карьере. Есть также опыт административной, управленческой работы. Управляли с моими коллегами городом нефтяным одним. Был депутатом там 5 лет. Вот. Ну, весь этот опыт жизненный, он как бы побудил меня создать нечто такое полезное для общества. Вот. Я назвал таким веселым это названием. Собственно, почему я захотел это сделать? Захотелось что-то, скажем так, этому миру дать такое полезное. Какие проблемы мы здесь решаем? Это, значит, видите, да, нравственность у нас, как вы понимаете, сейчас немножечко хромает. Надо что-то с обществом такое делать, привносить туда больше чего-то, знания, света. Поверхностное восприятие своей природы. Вот очень многие забывают о том, кто мы такие здесь на самом деле в этом мире. От того взрослеют дети, бегают к психиатрам, забывают о душе, можно сказать. Не понимают потенциала своего развития. На самом деле они у нас очень, очень большие, очень бесконечные. И мое мнение, что вот на этом мы не должны заканчивать свое развитие, должны идти дальше. У сознания есть очень-очень большие потенциалы. Для кого создается проект? Это в первую очередь молодые дети, потому что в них очень, скажем так, интересно, легко и в игровой форме можно закладывать самые такие мощные установки жизненные, ценности. Ну и, конечно, для их родителей, потому что развиваются они вместе. К чему будет способствовать проект? Это развитие гармоничной личности и постоянного стремления к самосовершенствованию. Именно собственного стремления, собственного желания развиваться в этой жизни. И, собственно, вот эти ценности, я надеюсь, они когда-нибудь действительно обретут очень большое значение в этом мире. Вот. Они будут являться, можно сказать, ну, скажем так, хорошим показателем работы данной школы. Значит, в каком виде она должна быть? Это загородный проект, там различные, помимо того, что будут различные творческие мастерские, вот, еще будут различные площадки для, можно сказать, физического развития. Так, что мне дал хакатон? Я здесь понял, что, ну, узнал, как можно дополнительно привлечь средства для этого. Я регистрирую некоммерческую организацию. Ребята подсказали, что есть замечательное средство копилка онлайн, можно через Яндекс собирать, в том числе деньги. Вот. Также получил достаточно ценные советы от одного из коллег, в смысле жюри, членов жюри, вот, какую лучше форму некоммерческой организации взять. Вот. Ну и, собственно, во что он будет развиваться, это, в принципе, это сеть школ, я надеюсь, будет в итоге в разных городах и, скажем так, переход в школу более, скажем так, какого ответственного уровня, аттестованную, где можно получать еще и дополнительное образование, то есть частная школа. Вот. Все, в принципе, спасибо, если есть у кого-то вопросы.